Вот так оказывается. Оказывается, если нажать на массе ответить, то все вылетает и не поддерживает наш долбанный интернет одновременного общения. Кто бы мог подумать, да? Вот такая лажа. Так, ну давайте еще минуток 5-7 вопросиков и будем дальше работать. Интересно, это мне сообщение? Я тебя люблю. Очень странно. Так. Не бьют меня кавказцы? Странный очень вопрос. Что-то трудно мне представить, чтобы в России и Санкт-Петербурге меня пили кавказцы. Так. Накачанные губы? Нет, не накачанные. Как отношусь к молочке? А, отрицательно. С молочкой проблема, потому что многие не понимают, что дело не в калориях, а в том, что с молочки идут отеки. И от этого проблемка. Так. Куйки сам сделал? Нет, сам не делал. Стоматолог делал. Мастер на работе. Что у меня с лицом? Да, вроде все в порядке. Саня, как качаешь икроножные мышцы? Никак. Выпрыгиваниями качаю. Плюс на степе, когда ходишь, ходишь на икрах, работает неплохо. Так, тату на глазах больно? Больно. После операции, когда можно начать тренировки? Смотря какая была операция. Куйки крепко сидят? Крепко. Так, стоит ли колоть витамины группы В? Можно. Отеки от молочки сильные? Да, реально сильные. Камень-то для ЖКТ порекомендуешь? Нет, я, честно говоря, не знаю. Гепаринка, янтарка, С, гиптрау. Я больше капельницы обычно ничего не делал. Что насчет хлеба? Хлеб я не исключаю. Просто это хлеб должен быть хороший, бурый и в небольшом количестве в первой половине дня. Что можно есть, а что нет, чтобы согнать жир с живота? Жир не изгоняется с живота, жир у нас идет тотально по всему организму. Молочку вообще лучше не употреблять, но можно оставить сыр, какое-то небольшое очень количество молока, кофе или к чаю, если вы пьете, на этом, в общем, все. Саша, привет, творог как замена спортпиту? Абсолютно нет, если только вы не набираете массу. Если набираете массу, тогда, конечно, можете это делать. Мотивируй на тренировки, пожалуйста. Сегодня четверг, завтра в пятницу выйдет новая летняя моя тренировка. Что поделать, когда ничего делать не хочется, потому что очень большая лень. Ну, там вы, собственно, увидите, что происходит. Вес небольшой, 80 килограмм, я его присел на 55 раз. Ну, собственно, вот такая была тренировка. Творог – это сложный белок, да, но не так все просто, как считается. Важно ли считать калории? Нет, калории не важно считать, потому что, на самом деле, когда ты уже понимаешь, как реагирует твой организм, в каких он работает погрешностях, все происходит совершенно нормально, потому что люди, считающие калории, считают, что мы механизмы калорий, можно посчитать, но никто не считает ни уровень гормонов, которые у нас в организме, от этого зависит обмен веществ, как мы двигаемся и прочее, 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 прочее. Живухин красавчик? Да, Валеру я знаю, но что вы имеете в виду под вопросом в словом «красавчик»? Саня, как часто ты занимаешься сексом? Это личное. Как накачать попу орешек? Смотрите у меня на канале. Правда ли, что овсянка умывает кальций? Нет. Так. Я считаю обычным человеком. Нормально, это хорошо. Употребляю я алкоголь? Конечно, употребляю алкоголь. Постоянно бухаю. На самом деле у меня винный шкаф. Пьем мы алкоголь. Вот вчера пили, но у нас алкоголь дорогой, хороший. И в основном это красное, либо белое, сухие вина. Саша, можно к тебе в ВК на консультацию? Можно. Вся запись на консультацию идет через Евгения Хайтовича. Там записывайтесь, и он вас определит на время и по стоимости. Так. Как набрать спортивную скорость? Не понял вопроса. Скриптонита слушал? Что это такое? Саня, какое твое любимое блюдо? Какое мое любимое блюдо? Я люблю арбуз, я люблю черешню, клубнику, землянику, хороший стейк. Ну, как-то вот так вот, не знаю. Вы меня где-то видели? Уже неплохо. Так, что за машина? Opel. Как пузо убрать? Как пузо убрать? Начать для начала двигаться, а во-вторых, перестать его выпячивать. Как минимум, вот это подействует точно. Так. Как набрать скорость? Если вы имеете в виду, как разогнать обмен веществ, то обмен веществ разгоняется тем, что вы тренируетесь не раз в день, а как минимум 2-3 раза в день. Либо вы просто тренировку удлиняете за счет кардио. Так. Да я и так на хейтеров не особо обращаю внимание. Вопрос по поводу курса я уже отвечал везде и всегда. Это ваше личное дело. То есть, как вы примете решение, так и будете отвечать за то, что вы делаете, и за последствия. Сашка, будет продолжение домашних тренировок? Будет, но летом ничего не хочется делать.
Большие бока, хотя не жирные. Что делать? Пойти к остеопату, скорее всего, это поясничный отдел просто неподвижен, и из-за этого жир скапливается в этом месте. Либо это слабая генетическая зона, хотя она все равно обусловлена недоразвитием поясничного отдела. Так, при похудении что лучше? Понятно, что лучше кардио здесь по-любому. Саня, сколько у тебя подписчиков на Ютубе? Почти 28 тысяч. Так, Саша, ты накрасился? Так страшно. Не бойтесь, я не накрасился, это тату, вам должно стать легче. Так, у кого лучше форма, у Живухина или у Щукина? Я не смотрю ББ и не интересуюсь ни Валерой, ни вторым товарищем. Так что вот. А то я хочу добавить упражнение, без вас никак. Так, не очень понял, к какому сообщению это относится. Саша, как галифе согнать? Пластическая операция очень хорошо и просто сгоняется. Ежели нет, опять же, на канале есть лайв-журнал для женщин, для девушек, там все написано. Зачем такие губы? Чтобы целоваться, Маське нравится. Так, добавить к домашним тренировкам. Ну, может быть, снимем, но я не обещаю, что это будет на этой неделе. Так, что для сушки лучше? Убрать соль, сахар и двигаться больше. Краситься кто учил? Сам учился. Саня, 28 килобайт подписчиков, доход примерно... Нет, дохода с Ютуба практически нету, там больше расходы. Вот с консультацией, которые я в Скайпе веду, да, доходы идут нормально. С рекламы тоже нормально, а с Ютуба практически никакой. Какой доход? Ну, это спросите у налоговой, она вам расскажет. У меня была грыжа в пояснице, теперь плохое кровообращение, теперь на боках лишнее. Ну, так вот вам и ответ, как тогда это убрать-то, да? Единственный вариант грыжу закачивать, они никуда не денутся, а с боков убирать жирочек липосакции, как вы тогда еще хотите, если вы там не можете двигаться. Так, Саня, сколько нужно кардио в день для небольшой сушки? От 25 до 40 минут, 5 раз в неделю будет неплохо. Похудел? Да, похудел. Так, не получается наесться, что можно принять. Не понял вопроса, зачем красить мужику глаза. Не знаю, кельты тоже красили на протяжении многих лет до этого, египтяне. Вы у них спросите, они, наверное, точно вам смогут ответить, а мне что-то не получается. Так, Саня, у моего знакомого 25 тысяч подписчиков, он зарабатывает 3800, это же нормально. В долларах? Молодец. Ну, может быть, пускай он мне напишет, как он это делает, я даже поделюсь тогда с ним доходом. Так, можно ли просто на скакалке прыгать? Да можно что угодно делать, главное, чтобы движение было. Так, Виктория Майер, как всегда, мне пишет. Приятности. Саня, какой у меня вес? Уже говорил, 112,8 с утра. Нет, представляете, меня никто не бьет. А что, есть желание, что ли? Какой жанр музыки? Не знаю. Мне нравится тяжелая музыка, а массе тяжелая музыка не нравится. Поэтому мы не слушаем тяжелую музыку. Так, у меня натуральные мышцы. Что значит натуральные? Нет, они накачаны чем-то. Чем-то накачаны. Так, пюрпротеин, твое отношение? Никакого отношения к пюрпротеину я не имею. Не знаю. Это может быть легкая стереотипность, но я не верю в русский бизнес по причине того, что русские не хотят зарабатывать деньги. Русские хотят получать деньги, а это две разные вещи. Так. У вас есть желание надавать мне люлей, Дивинская 4, приходите обязательно, вот, берите друзей. Так, ты расскажи подписчикам, как наркоту людям впаривал. У вас есть возможность обратиться в Выборгский суд, запросить оттуда дело, если у вас на это есть желание. Если нет, они частных детективов, они всегда в России у нас все возможно, оттуда это найдут, и вы покажете все это у себя на канале или даже на моем канале. Вот. А так вы там не найдете то, о чем писали, то получается за слова за свои вы не отвечаете. Это очень печальненько. Так, Саня, здравствуй снова. Как набрать вес парню? Как набрать вес парню? Начать питаться более активно. И главное, чтобы это все усваивалось. Чтобы это усваивалось, надо, чтобы мышцы получали нагрузку. В общем, все. Так, я с Петербурга. А можно по адресу приехать не бить, а сфоткаться? Но это гораздо приятнее и гораздо лучше. В общем, на самом деле, зачастую так всегда и получается. Потому что что-то еще никто меня не приезжал бить. Вот. Да я, собственно, и не горю желанием. Так, нужно сначала похудеть, а потом качаться. На самом деле, теоретически-то можно одновременно и худеть, и набирать вес. Так оно, по большому счету, и бывает, когда люди достаточно тучноватые начинают это делать. Но уж точно не стоит одновременно пытаться раскачиваться. Это приведет еще к более жирному ожирению. Саня, скинуть канал, его доход. Может, сработаемся. Пишите в личку, в ВК. Вот, либо в Инстаграме, в Директ.
Так, Саня, я на все готов за твой автограф и фотку. Приезжайте, не вопрос. Про сколиоз, можно ли заниматься? Сколиоз у всех, абсолютно у всех сколиоз. Я практически не знаю людей, у которых нет сколиоза. Может быть, конечно, есть, но их процентов может быть 5. Так, тебе легко вес набирать? Нет, я просто не люблю кушать. Показать прическу? Ну, как я вам покажу прическу? Как-то вот так вот. Ольга, нау, Саня, ты гей? Нет, не гей. Ну и вам не светит, я женат. Так, ты тренер? Да. Можно ли заниматься с геморроем? Да, у геморроя каждого третьего, не все об этом говорят, но он есть. Соответственно, надо просто разобраться, с какой стадии, что происходит, и ограничить некоторые движения. Но это уже больше при занятиях на персональной тренировке, нежели чем в разговоре в перископе. Так, не завидую твоей жене. Конечно, и не надо ей завидовать, вам просто этого не понять. Зависть вообще плохое чувство, поэтому очень хорошо, что вы независтливы. Так, одни и те же вопросы пошли по поводу роста. Уже говорил, 182. С погодой шикарной. Жалко, что приходится проводить одному, а Маська у себя на работе. Так, Александр, почему у меня попа не прокачивается? Что с ней делать? Дело в углах и в отношении, в походке, в общем, в повседневной жизни. Поэтому здесь нужно менять некоторые отношения ко всему, к тренировке, к жизни, нежели чем просто пытаться ее накачать. Так, Саня, приезжай в Корею, что ли? Меня в разные страны приглашали, в Корее еще нет. А чего не имеют руки во время сна? Возможно, шейный или верхогрудного отдела где-то подзажаты во время сна. Вот так вот прекращается кровообращение. Так, если крутить обруч, будет от него толк? Если двигаться хоть как-то, а не сидеть на заднице ровно, толк однозначно хоть какой-то, да будет. Это так. Так, все друзья бухают, мотивируй быть одним. Мотивировать быть одним и не бухать, ну так не знаю. Знаете, я к чему смотрю? Я очень люблю и уважаю своего отца, а вот, и он в 63 года занимается в зале. Ему в 25 лет говорили, что он еще так себе выглядит, ну, что-то спортом занимается, ни хрена не выходит у него. В 40 лет ему говорили, что да, я там, смотри, бухаю, а я все равно там могу тебя положить на руке там или побороть туда-сюда. Вот, сейчас моему отцу 63, но он занимается в зале, жмет с груди 135 килограммов, а 95% его друзей, к сожалению, уже покинули этот мир. Вот, по-моему, самая основная мотивация. Не? Нормально промотивировал? Вот такой вот примерчик. Ну что? Так, какие стероиды кушаешь? Что за вопросы? Не думаю, что тобой отец гордится. Конечно, вы не думаете. Это самое основное слово, которое вы написали. Как вы можете об этом знать, если вы не знаете ни меня, ни тем более моего папу? Так. Был ли я в Омске? Нет. Так. Саша, ты вроде еще красивее, милее стал. Мася, приветик. Спасибо, Виктория. Саня, есть ли высшее образование? Есть. Целых даже два. Как посчитать углеводы? Цель набор. Примерно около 6 граммов. Это более чем достаточно на килограмм веса. А, все. Мальчики, девочки, всем спасибо. Но я уже буду маски свои писать. А то я соскучился. Какие образования? Финансовый менеджер. Слежу ли я за правоактивным? Нет. У меня и так с гормонами все в порядке. Все. Пока-пока-пока. До следующей связи.